Так, поклевочка у нас у Александра. Ты как-то ты меня снимаешь, так поклевочки нет. Ничего будет. Если сейчас ожидать не будет, главное, не снимать. Главное, не верьте суевериям. Я всегда говорю, если верить суевериям, лучше это. Дома сидит. Что сидит? Лед пяточкой разбейте. Вы, главное, никогда не волнуйтесь. Ну там это. Ага, щуреночек. Ну вас видишь. Ну и ладно. Вот, ребят. Добыча. Александр. Мотало-мотало, а там щуренок по самой. Верхоплавка. Ребят, на верхоплавку. О, Александр. Молодец. Говорю, у меня кончился карась.